Казанские зрители, не в первый раз посещающие выступление Нино Катамадзе, знают, что здесь не бывает ничего случайного. Ни жестикуляции, ни голосовые вибрации, напоминающие то молитву, то детский плач, ни степень общения звезды со зрителями, с которых она сходу считывает информацию и вступает в диалог с помощью музыки, языка и цвета. 5 альбомов под названиями «Черный», «Белый», «Голубой», «Красный», «Зеленый» рисуют сегодняшнюю планету творческого состояния Нино Катамадзе, которую она определяет как «7-минутный». Есть желание просто согреться изнутри и согреть всех, кто пришел сегодня в наш зал. И что касается в жизни только помогает быть благодарными и дальше идти дальше, чтобы просто жить тоже с музыкой, не только с музыкой. Для усиления эффекта – приход академических музыкантов. Однако Нино Катамадзе выступает и с большими симфоническими оркестрами, и акапельно, как это она может себе позволить в Тбилиси, выйдя на площадку маленького дворика и запеть перед случайными прохожими. Здесь уже не важна ни географическая точка, ни место действия, ни язык. Вообще Нино Катамадзе не одна. Есть Нино Катамадзе – великолепная пианистка в Грузии. Последний альбом Нино Катамадзе записал в 2011 году под названием «Зеленый». С тех пор в обществе и в природе главенствуют совсем другие цвета. Как откликнется певица на окружающую действительность? Каждый раз, к сожалению, наступают непростые времена. И несмотря на то, что на все, мы все равно вместе. И это любовь, и это единственное спасение. Благодарю. Дмитрий Пивоваров, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».